Иногда долго приходится на кухню ждать. Там плохая погода, тоже стоим, ждем. Мы не можем оплатить такси туда и обратно. Это накладно. Это очень накладно. 600 рублей туда, 600, 1200 рублей на 4 разделить. Обращались в Министерство образования, лично к заместителю нашего главы, нашей республики нашей. Ну вот надеемся, я же говорю, за эти 3 месяца, что нам выделят средства, чтобы приобрести. Родители за, директор за, отдел образования, управление за. Но финансы поют романс.